ночью бойцы сражаются на передовой, в тылу трудятся волонтеры. Уже второй год участники из организации «Доброе сердце» под руководством Марины Савкиной помогают нашим солдатам. Маскировочные сети, балаклавы, блиндажные свечи – далеко не все, что делают добровольцы. В неделю отходит около 2 машин постоянно. Это и госпиталя, это и ребятам на фронт, и плюс еще, к сожалению, так получилось, что в некоторых семьях ЛНР и ДНР погибли бойцы, и мы помогаем детям. «Вместе мы сила». Такое название концерту дали не случайно. Ведь именно объединив силы, получится победить. Но без поддержки не обойтись. Поблагодарить за труд волонтеров в Голицыно приехали коллективы не только со всего округа, но и Москвы. Сегодня говорим всем спасибо, те, кто старался в течение 2 лет и помогает нашим ребятам в СВО. Поэтому сегодня большой патриотический праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества. Еще одна волонтерская организация «Доброволец» на концерт приехали прямо с дороги. Несмотря на то, что сами ребята из Рязани, в округе тоже бывают часто. Закупают и передают медикаменты, лекарства и необходимую гумпомощь. То, что девчонки наши здесь плетут, то, что изготовляют, то, что люди собирают, как говорится, по крупицам, все довозим, все привозим. Организация большая, получается, можно сказать, уже по всей России работаем. Серебряные волонтеры тоже на месте не стоят. Именно они передают тепло нашим бойцам. В посылках на фронт – теплые носки, шапки. Свое производство расширяют постоянно. Поэтому, конечно, для нас это лишний повод встретиться немножко в другой атмосфере, конечно, провести. Поэтому огромное спасибо за вообще за чудесные мероприятия, потому что девчонки все взвалили на свои плечи. Вот, они готовили. Мало того, что они собирают огромное количество, они еще столько сделали для того, чтобы мы могли хорошо провести время. Подготовка к концерту шла 2 месяца, и это оправдано. Поблагодарить всех, кто присутствовал в этот день в зале, у организаторов получилось. А главная благодарность для волонтеров – обратная связь от наших бойцов. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».